украсить его комнату. И у нас есть вот такие фигурки. Значит, два динозаврика таких и один такой. И Ленечка сказал, что мы сделаем трех расцветок. Но перед тем, как мы приступим с ним работать, я хочу подготовить немножечко вот эти формочки. Поэтому я наношу белый праймер. Это практически белая краска, немножко воды. И здесь есть немного клея ПВА. Практически остатки моего медиума. И самое интересное, потому что когда мы будем давать другие краски, все-таки лучше, чтобы это... Вот это, кстати, щеточка с тефлона кухона, она очень хорошая. Вот. Этого праймера не нужно много, к сожалению, есть немножко эти пузырьки, мы их немножко уберем сейчас щеткой. Там главное сделать праймер небольшой. Работу вот для первого динозаврика мы уже смешали краски. Я заберу осторожно, я или за этот заберу, чтобы просто больше места было. И теперь добавим немножечко силиконовой. Подобрала две металлические такие краски, это обычные краски акриловые, ну, потому что Леня сказал, что первый динозавр должен быть у нас зеленый. Леня сказал, что не будет, что доверяет мне, не будет все заливать, поэтому сказал бабушка, я только проверю, все ли нормально. Хорошо. Наверное, начнем. Ленечка, с какого цвета начнем? Вот color, иди сюда, зайчик, покажи мне, пожалуйста. Осторожно, там нельзя остановиться, иди сюда, потому что там провод. Так, иди сюда. Какой мы цвет выберем первым? Мы возьмем. Какой цвет выберем? Этот? I want brown and yellow. Окей. Okay. And yellow. Brown and yellow. Хорошо, ладно, сейчас мы сначала попробуем это. Да, когда вы наливаете, вы можете наливать с высоты, и можете просто по стенке, тогда меньше смешивается. Видите? То есть эффект может быть разным. Вот как раз высота играет роль, сколько смешивается краски. Можно попробовать эксперименты. Есть красивые глазки, поэтому мы потом приклеим глазки. Вот таким образом, сейчас одену перчатки,
Первый динозаврик у нас практически готов. Потом мы его доведем до кондиции, приклеим глазки. Вот такой вот динозаврик. Ленечка! Леня! Иди посмотри. Come here. Look at this. Вау! Еще будут глазки у нас, да. Ну, Ленечке нравится. Самое главное, что ему нравится. Красненький. Вот. Будет у нас теперь красненький. У меня много есть. Ленечка, будем делать красненький? Скажи, хай, помаши ручкой. Хай. Не, вот тут. Так вот. Не, окей, хорошо. Так. Интересный динозаврик. О-ля-ля! Да, Ленечка? Ну вот у нас такой вот красивый. Ленечка, ну что ты там шлепаешь меня? Ну вот смотри, видишь? Вот. То есть, so beautiful, конечно же, да. Вот, то есть один уже такой вот готовый. Здесь будет у нас глаз, зубки у нас беленькие остались, это хорошо. Так что в целом, вот, работа у нас, это тоже удалась. Сюда иди. А этот мы поставим сюда. Да, Ленечка? Да. Что, зайчик? Да. Теперь мы будем делать синий. Да? О, боже, как страшно. Я испугалась, как страшно. Вот, мы будем делать синий. А потом из остатков красок, которые у нас останутся, мы еще что-то придумаем. Пожалуй, и все. Вау, тебе нравится зайчик, да? О, да, обнимает меня Занька. Сейчас мы еще остатки этой краски используем. This is blue. Да, не трогай пальчиком. Сейчас я хочу просто показать нашего красавца. Вот, это наш очень красивый такой динозаврик. Вот, посмотрите, какой динозаврик. Еще появится там
пятнышки. Итак, синий вы уже видели. Вот это у нас красный, а вот это у нас сушится зеленый. Так что такие у нас получились динозаврики. Супер!